Друзья, приветствую вас на своем канале. Итак, сегодня я хочу рассказать про двухфакторную аутентификацию в БК 1xBet. Она такая же в БК МЛБ, друзья. Что для этого нужно делать? Если вы не делали этого или не регистрировались, для этого нужно сначала зарегистрироваться, друзья. По-хорошему нужна полная регистрация. Но это нужно для стабильных больших выводов, если вы играете с небольшие суммы, у вас большой банк С маленькими банками чаще всего выводов никаких проблем не бывает Так что сейчас я зарегистрируюсь в один клик, дабы быстрее все показать Веду, как всегда, промокод, с которым я играю, это для получения до 6500 бонусом в 1 Games. Так, друзья, погнали. Сейчас покажу легкую инструкцию. Это на айфоне, на андроиде, в принципе, все то же самое. Вам просто нужно ввести ключ, который будет из аудификатора. Заходим в свой новый аккаунт по-хорошему немножко по нему полазим, чтобы система определилась уже. И заходим в личный кабинет, настройки безопасности. Это пункты очень важные. И вот она двухфакторная аутентификация. Друзья, вот здесь мы заходим и открыть Google аутентификатор. Для начала его нужно будет скачать, естественно. Вот, добавить токен сразу появляется, как только я нажал. У меня уже приложение было открыто. Да, вот видите, вот это цифры. Вы их копируете и вводите в этот ключ. Вставить подтвердить. Все. У вас включена двухфакторная аутентификация. Тот ключ, который у вас был, его обязательно нужно будет сохранить. И в приложении всегда держать эти пароли, друзья. Потому что это очень важно. Они меняются каждую минуту. И для вывода средств они всегда будут требоваться, друзья. Надеюсь, я смог вам помочь. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.